Так, друзья, все, которые меня смотрят в ТикТоке, делимся трансляцией. Давайте, если нас будет в ТикТоке более 2000 в трансляции одновременно сидеть, расскажу вам какую-то тайну со съемок. Я думаю, многим будет это интересно. Ну, то же самое, в принципе, и в Инстаграме. Всем здравствуйте. Спасибо вам огромное за ваши пожелания, за тысячи сообщений в поддержку. Это круто. Сообщения, которые ежесекундно поступают на мой WhatsApp, на все мои социальные сети. Вернее, во все мои социальные сети, во все аккаунты, фан-аккаунты. Вам огромнейшее спасибо за вашу поддержку. Прям вот, особенно фан-аккаунтам. Вы крутые ребята. Едайте чай, будет у нас с вами прекрасный разговор, интересно. Я вам кое-что хочу сегодня показать, удивить. Почему-то резко мне пришла мысль удивить. Слушайте, давайте уже, знаете, что-то мне сейчас пришла мысль начать, что я не хочу никого смотреть сегодня. Вернее, не сейчас, а где-то минут 40 назад. Что-то такое настроение хуево было. Потом пришла мысль, а Богу, надо расслабиться, вот так сделать чашку кофе, кого-то вызвать в прямой эфир и просто смотреть. Не в офисе, блядь, в обычной футболке. Ни свечек, ничего не надо. Вы согласны? Так что, если будет много людей, в Инстаграме кого-то в прямой эфир вызовем. Здравствуйте, Светлана. Светлана, которая пишет с моего родного города в ТикТоке. Здравствуйте. Родственнички мои, делимся трансляцией. Сайт, конечно, ТНТ немножко там, походу, вышел с баланса. Обсудим с вами серию сейчас. Так. Все по-домашнему. Лёва ушел спать, а значит, мы можем с вами сейчас пообщаться. Так. Обязательно голосуем. Переходим на сайт телеканала ТНТ. И голосуем. Рассказывайте, что вам понравилось, что не понравилось. Могу вам сказать вкратце. Ого, сколько в ТикТоке. Прям добавляются активно. Ну что, всем здравствуйте. Буду сама на час стараться периодически что-то рассказывать. Так вот, вы знаете, действительно было незабываемое испытание. В деревне Ямы, да, насколько я помню. Снималось достаточно трудно, тяжело. Вообще, мне кажется, первый раз участвовать в съемке нового проекта, это всегда тяжело. Но в целом действительно круто. Могу сказать от себя, когда на пепелище пришел, вот этот костер, у меня была мысль почему-то изначально за сутки, что я буду жечь на испытании костер. У меня была навязчивая идея жечь костер. А потом уже как выяснилось, что и Райдес там костер ушла. Ну, это такое. Веревочки мои любимые. Жалко, не показали, что веревочку себе на ногу навязал. И когда до кладбища всех вел, там уже как одержимый был. Как чокнутый чернокнижник, знаете. Когда ты себе веревочки на ногу намотал, уже тебе прям голос внутри тебя по полной программе гудит, мысли твои уже не твои, и тело уже как бы не твое. Значит, привожу на пепелище на это, описываю, кто где лежит, там еще, блядь, провалился по пояс одной ногой. Ну, такое. Но в целом было круто. Потом смотрю на пепелище, я всегда еще первое, что говорю, давайте возьмем дрова, чтобы растопить костер, вернее, распалить костер, чтобы прям силу позвать. Там лежали вилки с ножками какими-то, я помню, вилки взял, поставлял по периметру костра. И первое, что говорю, там два сына, да, вот было у Галины. И значит, я им говорю, что на вас нету ничего, вы крови можете не давать. Это я точно помню, что я это говорил. Но это не суть. И Галине я говорю, Галина, давайте,
крови дадите? Она типа, да. В костер мы начали звать, немного туда спиртного вылили, зеркало положили, я вам покажу, оно, блядь, обгорело там сзади полностью. Но было круто. И потом уже сама бесовщина вела. Но это же действительно было круто. Касаемо того, что мне не расходится, конечно, специалистов у нас много, все любят судить. Но это ваше право, вы на то и смотрите телевизор, чтобы судить. Могу сказать одно, что всегда, когда человек дает кровь, в моем понимании, ну, в целом, вы ждете экстрасенса. Давайте себя поставим на место этих людей. Вот, вы ждали экстрасенса. Значит, вы ждете какой-то помощи. Либо он сейчас будет помогать, либо потом, это не имеет значения. Если к вам пришел экстрасенс, и вы знаете заведомо, что их будет там несколько, значит, ну, будьте готовы ко всему, так сказать. Вы же не пришли на личный прием, вы пришли на публичный прием. Я считаю, что битва сильнейших, в целом, то, что происходит на ТВ, это публичный прием. То бишь, ты готов слушать разные мнения и в целом быть готовым ко всему, как клиент этого экстрасенса. Соответственно, когда вы дали крови, ну, вы уже понимаете, чтобы кто-то ваш разобрался с проблемой. Вы дали крови, вы уже дали согласие на то, чтобы что-то с ней проводили, некие манипуляции. По-хорошему вы могли отказаться, сказать, что слушай, нет, мне не нравится этот экстрасенс, чреват, пошел он нахер. Поэтому вы можете не наблюдать, не слушать, ничего не делать. Это каждого право. Это все индивидуально. Но когда Галина и ее дочь дали крови, они услышали кучу фактов, на чем все понравилось. В моем понимании сразу нужно дело с пользой произносить. Когда ты уже кровь внес в ритуальную работу, уже идет автоматом скидывание негатива. Тем более пламя, начитка через пламя. То, что начиталось, вы же не знаете, что реально начитывалось на пламя, верно? Вы слышите, как всегда, эти дебильные три фразы. Там, не во имя Отца, не во имя Сына, Святого, во имя Духа, без вот эту ебанутую фразу. Словосочетание вот это ебанутое. Но вы же не знаете, что дальше начитывалось, верно? Верно. Поэтому судить объективно вы не можете, верно? Верно. Но это и круто, что вы не можете объективно судить. Поэтому как бы все в момент того, когда сжигалось, когда купюра туда сжигалась, между прочим, мне кажется, сколько? Блядь, 2000 рублей я сжег. Две купюры по 1000, потому что у меня было в кармане две купюры по 1000. Этого чуть не показали. А то всегда говорят, там, чреваты забирают у людей деньги. Нет, я свои деньги, кстати, клал. Поэтому 2000 рублей я там сжег, в крови полностью вымазанные. И своей кровью закуп давал туда, чтобы сила вышла и начала помогать. И уже после этого я их повел на кладбище. Вот как-то было так. Эй, да похуй. Бинтики свои я никогда не спалю. У меня их целый мешок, могу вам показать. Ну, те, которые были на испытании, они у меня также в офисе лежат. Поэтому бинтики всегда в работе. Просто в телеке не показали, что я их убрал. Видимо, ну, это не было столь важно показывать их там. В принципе, это реально не столь важно. Какая разница, убрал их, не убрал, но на самом деле их убрал. Поэтому бинтиков не было, и никто их не оставил. Но было круто. Кто-то пишет, покажи, где? В микроволновке? Давайте откроем. Они именно там сейчас подогреваются. Поэтому, мои хорошие, я предлагаю все, вы знаете, мне пришла мысль, хотя я до этого говорил, после битвы, когда мне дали руку 2 месяца назад, да, или три уже, блядь, прошло, ну, похуй, это уже не важно. Я тогда говорил, что все, больше не буду никому доказывать. Вот эти бесплатные консультации, да ну их нахуй, никто не благодарный, все люди, которые меня смотрят, не благодарны, я типа думаю, только ради хайпа хотят попасть. Потом мы провели эти бесплатные, одну, вторую, третью консультацию, и вот дальше мне пришла мысль, и она будет воплощена 100%. Блядь, клянусь вам, пойду в метро, чтобы никто не пиздел, что какие-то подставные и так далее, просто, блядь, будем за руку вот так включать прямой эфир, и вы будете говорить, давай вот того останови. Будем останавливать и о нем все рассказывать. Ну, чтобы, знаете, чтобы лишний раз вот люблю зрителю кляп в рот вставить, чтобы замолчали и не пиздели. Поэтому главное отбеливать свою репутацию, чтобы, вот, знаете, нигде не было запортачено. Вот так и сейчас здесь есть мысль. Как всегда, в прямом эфире мы кого-то клацаем, кто там нормальное что-то говорит, и сразу начинаем смотреть здесь сейчас. Кто еще похоже что-то не видел, переходите на мой YouTube канал, обязательно смотрите бесплатные консультации 2-3 года назад, год назад, пару месяцев назад. Там куча всяких интересных трансляций. Так что переходите, смотрите.
О, друзья, нас уже в ТикТоке 1400, и в Инстаграме тоже до полутора доходит. Ну, прекрасно. Всех рад приветствовать. Напоминаю, кто сегодня не смотрел, посмотрите обязательно «Битва сильнейших» на телеканале ТНТ. Теперь каждую субботу в 19:30 вы меня можете видеть там. Все снимается здесь сейчас, за несколько дней, поэтому действительно все прям реалити-реалити. О, Лиза пишет, про цепочку говорили вы, я вспомнила, посмотрела. Правда, мечтала, что подарят, но куплю. Ну, ничего не понял. Лучше, конечно, чтобы вы под своим видео, если вы были в бесплатной консультации, написали это спустя время, чтобы вы там опомнились. Что могу сказать для себя? Обратно, никакой не оправдание. Не хочу ни перед кем оправдываться. Ни извиняться, ни оправдываться, ничего не хочу. Хочу просто, чтобы это осталось все в прошлом. Но могу сказать такой момент, что для меня было, честно, неожиданным. Где-то, конечно, мозгами я там себе думал, авось. Но было неожиданным, что сразу все против тебя. Вот почему-то всегда хочется верить в лучшее в людях. И видеть лучшее в людях. Особенно, когда ты с ними общаешься за кулисами. Вне кадра, так сказать, вне камеры. Но и три точки. Поэтому в любом случае было все круто. Главное, вы должны понять, что теперь решаете вы. Не экстрасенсы, а вы. Возможно, конечно, если бы я участвовал во втором выпуске, а не в первом, я бы понимал, что будет происходить в этом проекте. А так как я в первом выпуске, не совсем не было понятно, что будет происходить, как все будет происходить. Ну, в принципе, так и получается. Ни о чем нельзя жалеть. Что же исправить, правильно? А нечего исправлять. Так, кто-то пишет, как ты, вид у тебя нездоровый. Ну что вы за бред пишете? Кто-то тут пишет, что я тут в слезах падаю. Ну, блядь, не страдайте хуйней, честное слово. У меня сегодня день мега насыщен. Поэтому сегодня у меня сколько? Кладбища было много, мне у последние 5 дней очень много. Потому что приехала моя знакомая, и мы с ней все ритуальные работы за эти 5 дней. 5-6 дней на ритуальные работы выделены, а не на приемы. Соответственно, кладбище сегодня нон-стопом. Что у нас после кладбища? Пришел домой, потом съездил в центр, нужно было по делам, и пришел домой, погуляли с малым, вечером покупали его, сейчас Лена пошла его спать укладывать, и отпустили меня посидеть трансляцию, поэтому как-то так. Поэтому не страдайте там хуйню, не придумайте, что там уставший, блядь, выпивший, как вы там любите вот это все придумывать. Главное, что мы с вами. Вот слушайте, главное, что мы с вами. Так. Еще раз хочу выразить прям огромнейшую благодарность всем фан-аккаунтам, всем, кто поддерживает меня, мою фамилию в целом, всем, кто поддерживает моего помощника, мою силу. Мои движения, всем вам огромнейшая благодарность. Знаете, ваши видео не останутся незамеченными. Все вижу, все смотрю. На тему политики, кто особенно в ТикТоке мне пишет, мои хорошие, всегда придерживаюсь одного золотого правила. Я не комментирую никакие политические темы. Поэтому, если вам хочется что-то узнать о политике, найдите какую-то гадалку-пизделку и пускай сделает расклад. Вот и без проблем. Вот там послушайте, там вам предскажут. Почитайте какой-то глянцевый журнал, там что-то напишут на тему этого всего. Так. Ну что, давайте кого-то посмотрим в Инстаграме, что мы тянем время, правда? Честно, не готовился. Никого, блядь, не звал. Нахуй их звать, они так всегда рядом. Давайте кого-то посмотрим. Все, кто не знает, можете переходить в инсту, прямой эфир параллельно. Влад, нижнее подчеркивание, чреватый, не путайте. И переходить, там 170 с гаком тысяч подписчиков. Там буду вас всех ждать. Так. Как всегда, давайте для того, чтобы мы не просто пиздели в эфире. По факту, напишите сейчас кратенько, что вас волнует, и сюда давайте в транслейшн.
Просьба, не пишите, посмотри, посмотри, посмотри. Вы напишите кратенько, что вас волнует, и все, и сюда бегом. Если вам, конечно, 18 лет, не надо писать. Вот давайте туда постарше, годиков за 29. Так что, переходим в инсту, и давайте кого-то выберем. Пальцы в небо по факту. Сейчас вы там думаете, да? Анастасия пишет, я сирота, папа умер по непонятной причине. Анастасия, я всегда говорю об этом всюду. И на сайте абсолютно всюду. Расследование не хочу заниматься. Неинтересно мне это. Жизненное что-то давайте. Хочу жизненное, не хочу прямо о покойниках говорить. Лёва в соседней комнате спит. Да ну его нахуй, зачем его смотреть покойников сейчас? Так. Ой. Ну, сегодня прям не будем, ладно, придираться к вашим вопросам. Мне вот почему-то понравился комментарий, не знаю почему. Я кондитер, что ждет в ближайшее время? А давайте вас выберем, вы мне чем-то понравились. Хотя вы ничего такого не написали. Надеюсь, вы трубку возьмете. О, прекрасно. Я очень хотела бы с вами выйти на связь, но я укладываю ребенка спать. Нет, я смотрю вас, слушаю, читаю, блин, но я даже не могу сейчас показать себя. Ну, да. Ну, это дело ваше. Я не подставная. Это зато показывает то, что вы точно не подставная, как многие тут думают. Поэтому все вот... Блин, очень-очень обидно. Ладно, тогда укладывайте. Ну, спасибо. Вы... Ну, да. Спасибо. Ну, все. Все тогда. Ну что, давайте дальше. Прямо у нас с вами теплый такой семейный мои родственнички эфир. Переходим в Инстаграм, давайте прямую трансляцию. Просто в ТикТоке я не могу. У меня бизнес-аккаунт в ТикТоке, я не могу кого-то добавлять в трансляцию. Отключайтесь, пожалуйста, отключите эфир. Или же выйдите из Инстаграма и зайдите. Теперь у меня зависла трансляция. Ну что такое? Так. Отключитесь, пожалуйста. Во. Ребенок аутист. Я рекомендую к врачам. Я не занимаюсь болезнью. Поэтому что я могу подсказать, если я не специализируюсь на болезнях? На диагнозах каких-то. Поэтому это не ко мне. Жопа жопная. В личной жизни постоянно. Ну, давайте, Вася. Не знаю, конечно, тут смотреть. Такой больше вопрос всегда для личных приемов. Ой, сейчас переверну экран, Влад, здравствуйте. Сейчас дочку попрошу. Амина, пожалуйста, помоги, иди сюда. Как перевернуть этот экран, чтобы Влад меня видел? Ой, это как... Чтобы кутикула не росла. Как перевернуть экран? Как перевернуть экран здесь, блин? Влад, помоги. Сейчас, секунду. А как у меня она перевернулась? Я не могу вам помочь, я же не там нахожусь. Ёлки-палки. Телевизор, да, хороший. Телевизор хороший. Как меня, что ли, вот так повернуть? Как я вас буду видеть? Под стрелочкой. Нет, вам надо кружочек нам нажать. Там типа стрелочками, знаете, как реверс. Сейчас, секундочку. Находите.
Мы как будто с вами Влад, как я вот 30 лет в до прошлый этого сезон общались, весь уже, вас значит, смотрела, прям у вас так номер мой записан. переживала. Но я прям чувствовала, что вы победите. И я постоянно и комментарии вам писала, и за вас голосовала на ТНТ. Мне еще дочка постоянно говорит, а. Ну давай. Вот слушай, я вас перебью, хоть меня всегда говорят, никогда не заперевят, но перебью сейчас. Это теперь как Блин, отпуск Влад, я меня не за то, что знаю, мы как тут голосовали. Сейчас перевернуть. будем смотреть. Амина, Надо. подойди Научу. Давайте дочку сюда, зовем. Помощь пожалуйста. зала. Бегом. Как ты же знаешь все вот это в интернете, как что делать? Вот сделай, пожалуйста. Амина. Вот, Сейчас что-то она нажала зарядить сейчас последний на экран. шанс. Вот, Вот. все. Все. Она будет у меня хакер работать. О, Господи, помоги. Сегодня фраза сегодняшнего выпуска. Влад, ну, у Ну, меня вот, расскажите знаете, кратенько, будет сразу все хотеть постоянно посмотреть. попадаются вот какие-то мужчины, как бы вроде все нормально, но заканчивается, что меня... Хватит. Хорошо. Все, мы с вами поговорили. Дальше я говорю. Через тебя, через то, без очередного. Семнадцатый год неопределенность, на двое делишься. Это то, что мне первые говорят, что как между выбором стоишь, не понимаешь, как двигаться дальше. Извини, что она так не идет потоком, так и буду говорить. Прошу тебя. В 2019 году этап, когда не уверены в себе Да, стали, когда решили, что прям. больше черту не Я нужны чуть не отношения, как будто вот умерла пускай же. будет У как меня будет. был И мужчина сами младше справитесь, меня, и он меня очень я буду сильно параллельно. избил, я попала в больницу. Я даже не помню, как я попала. Как выжила, не знаю. Чтоб он сдох, падла. Давайте смотрим дальше. Вообще, вы привыкли сами по себе по жизни идти, никого не слушать, никому не доверять. Поэтому у вас нет как такого окружения, ни знакомых, ни друзей. Все у нас как враги считаются. А потому что 15-й год подставили тебя сильно, разочаровалась в людях полностью. Поняла, что все дерьмо вокруг. Ну, не совсем хорошим. Всего секунду. Давай, говорю, дальше. Что у меня происходит? Еще в жизни. А почему вы не решаетесь какие-то документы подписать? Мне говорит, вот на днях должна была подписать, и на будущее говорит, что не решайся, не решайся, как документы показывают все время. Сейчас объясню. Прошу тебя, помощь, моя сотворение, не, неправильно сказать, решение принять не можешь. Вот на днях должна была принять, и на будущее не решайся. Сейчас это за работу, походу. Потому что если ближайшее, значит, только за работу так могут показывать. Давай, говорю, вместе, говорю, не вымется, не вымется, не вымется, А еще касаемо за отношения немножко забегая наперед. 2009-2011 промежуток все время сравниваешь тот период жизни со всем последующим. Как Я будто в голове это как в лучшее, что могло 2009 примерно родила быть. Почему-то вот ребенка, так он у вас а вышел. в 2011 ушла от мужа. Правильно сделали. Осенью от мужика, походу, ушли. Потому что мне вообще говорит, Да, изначально апрель, как и я сейчас. Но это уходила, долго длилось. Больше, возвращалась вот чем так вот. полгода решение Ну, там принималось. просто Ходить уже не ходить. невозможно было. Ясно. Сейчас глянем дальше. Что там происходит? Говорит, а что молчишь, что зрение уже полгода назад начало терять? Говорит, что молчишь? Надо поправляться со зрением, чтобы обязательно. Вам надо У поработать меня зрачок. голова сильно Потому болит, что, говорит, на троечный нервы все нерв пошло. глазной. Все. Прошу тебя. Ну вот надо обязательно к врачу, потому что мне говорит, что последние полгода как на грани все идет. И у матери ваши серьезные проблемы были с ногой. У вас вообще по родне очень ноги с левой стороны в бедре что-то непонятное идет. Как будто нога отнимается. Это как, знаете, всегда бывает из-за того, что, как он мне говорит, что все время на потом оставляют. Из-за этого бывает у людей такое. Вот так было у бабки вашей. И матери ваши одинаково. Все время на потом откладывают, из-за этого и происходит с одинаковых сторон все при том.
вы слишком подавлены, вам надо вот выходить из этой депрессии, потому что вы прям слишком разочарованы и сами себя в дно в дерьмо вот закопали, а дальше некуда. И уже это все с 20-го года, надо прекращать эти все моменты. Иначе чего вы ждете? Вы ждете личной жизни изменений никакой. 25-го года, что вы куда-то уедете, никуда вы не уедете. С работы, надеюсь, что поменяется, вот так не поменяется. Потому что вас там не уважают, не ценят, ничего не изменится. Надо искать то, что вам по душе, а не выживать, вот как вы просто себе придумали эту картину. Вы сами тянете, мне говорит, последние 4 года с работой тянет, и непонятно зачем. Никто вам ничего не делал, потому что вы думаете, что кто-то там что поделал, нихуя никто не делал. Вот просто потому, что вы сами решения боитесь принимать последующие. Все о, тянется да. до последнего, как оно своим чередом идет, а всегда заканчивается все пиздецом одним. Поэтому, честно говоря, тут если вам единственная подсказка, вот вы, если ищете как вот вариант решения своей проблемы, то в вашем случае, наверное, это больше, либо вам нужна помощь психологу, как это полноценно, чтобы вас вытянули из этого постоянного разочарования в вашей голове. И со всех своих блоков. Ну, либо же начать просто принимать... Ну, я только в последнее время научилась отсекать, отрубать и говорить нет. А вот раньше, да, постоянно сомнения. Вот. Не надо было мужику просто с вами прощать все время. 6 раз прощала, и вот по горло сыто. Сколько можно было прощать? 1 раз. Сейчас столкнул, и все время за голову хватаешься. Толкнул, на полу сидишь перед дверью, на спину опертая, и все время за голову хватаешься. Зачем? Угрожал тем, что заберет, сюда пошел нахер. Поэтому не надо вот это вот все терпеть было. Просто надо было сразу рвать и не ждать до последнего. Понимаете, вы как моя мать. Да, вот всю жизнь привыкла, блядь, ждать, когда ее пиздят, и всю жизнь терпит. И заставляет терпеть своих детей и все свое окружение. И вы вот точно так же терпите. А какого хера терпеть? Я поняла, Влад, да, поняла. Ну, я вам не психолог, я просто говорю то, что чувствую в вашей голове. Советовать. Вот вам советую в данном случае, чтобы точно, если тут есть какой-то психолог, может, которому он готов бесплатно помочь, без проблем, это будет круто. Но у вас прям вот вы загнаны. Прошу тебя, помощь, когда начинай говорить полностью твори, Юрий, не поймется, не поймется, не зато поймет, он без этого сотрудника. Мне все время сейчас говорит в голове, почему в октябре с работы не поступила, решение не приняла. Да, я оборвать. Нет, я долго искала работу, я выучилась на контент-маркетолога, но у меня постоянно ничего, в течение года я никак не могу найти, и ничего не получилось. Я плюнула, и все, и перестала. Мне сейчас смеется сзади варить. С третьей попытки пыталась на образно маркетолог с этой. С третьей попытки как будто откладывала, с третьей попытки туда пошла. Чуть ли не за руку затянули. Вот так это все напоминает. Но то, что мне говорит, что... Ну, я тоже отпустила, так, значит, думаю, ну, это не мое, значит, и все. Ирина. Поэтому как я к вам могу обращаться? То ваше имя даже не... Ну, все. Вот. Ирина, честное слово. Короче, проблема вся в голове, да? В вашем случае, да. Ну, то бишь, больше вы себя накрутили и в угол сами загнали. Нет. Потому что решение в уровне. Я вообще как бы не любитель, но мне просто интересно было с вами пообщаться очень. Мне вообще пока что вы как вот там, где живете, вокруг вас как треугольником церкви. Если расчертить треугольник вокруг вас церкви. Mm-hmm. Вот то, что мне показывает. Что тебе в ту сторону надо, а не в эту идти. Спасибо. Поэтому я такого ничего не вижу. Ладно, Ирина. Если что, напишите, посмотрите завтра все это видео и напишите полностью комментарий о том, что сопало, не сопало, когда придете себя и там все смыслите. Как? Вот, до свидания. Теперь выходить? Крестик. Угу. Либо же просто закройте Инстаграм и заново зайдите. Так, кто у нас тут дальше пишет?
Друзья, все, кто хочет сейчас попасть, лучше нам в трансляцию туда, в инсту переходим и оттуда всех выбираем. И не забывайте сегодня голосовать. Голосование ровно сутки будет на телеканале ТНТ. Голосуем обязательно за Череватова. Не забываем фамилию Череватый Влад. И голосую. Вот, Ирина, мне тоже ваше интересно. Слушайте, у нас прям сегодня классная тема. Ирину следующую набираем. Написала пост о том, что «Здравствуйте, Влад, не могу забеременеть, здорово, пролечилась и муж тоже». А гадалки наговорили, что подождите, порча, что порча на беременность не подходит. Включайте. Здравствуйте. Так, камеру переверну. Здравствуйте. Меня Ирина зовут. О, здравствуйте, как вас зовут? 13 апреля будет 26. К вам лет полных. Не так прям точно, это я просто спросил. А, вопрос повторить. Повторить свой вопрос, что там? У меня трудности забеременеть. Сейчас глянь. Ну, первое, что мне говорят, у вашей матери тоже было. Со второй, третьей попытки только дали. То бишь, не сразу человеку фартануло. В плане забеременеть. Вот то же самое говорит и за вас, что вы себя сейчас накручиваете. Во-первых, никто ничего не делал. Это мы раз разбираем. Это практически год у вас уже. 9-10 месяцев как будто не можешь. Мне то, что говорит все время, что практически год. Еще года нет. Так, да, вас да, плохо видно. Вам меня слышно или нет? Если что, мы... О. Прошу тебя, помощь, пожалуйста, твоя говорю, полностью покажи, мне говоришь, что ты всегда с 23 лет хотела большую семью, не так, как все. Если все остальные думают, как бы погулять подольше, а у вас наоборот, стимул в голове, что семья, союз, вот все прям, как, знаете, как в советские годы образно, вот так все в вашей голове, как шаблон. Вы знаете, еще хочу вам сказать, что на вашем примере все должны многие поучиться. Потому что вот у меня всегда люди сюда попадают в трансляцию, и я люблю тему суицидов затрагивать. И там говорил, там кто-то когда-то что-то там хотел с собой поделать. А у вас у меня доходило до крайности, но мысли с собой что-то сделать не было. Типа осуждаешь наоборот. Вот мне так преподносит. Что больше как страх идет перед этим. И вообще по жизни как лидер идете до 18 лет. Все время как за вами идут люди. Вот то, что мне говорит. Да. Что вы слишком себя боитесь, а вам надо с этого выходить. Вот к окну всего. Два года назад уехать хотела, так и не рискнула. А зря. А прям поездка была бы хорошая, кардинально. Надо. Так, слышно было? Поездка была бы хорошая? Дальше смотрим. Так, я говорю, посмотрим, сидите, говорю, что мне получится, не получится, прошу тебя, помощь, у нас за мужику своему передайте, отвлекается на многое. Всех слушает, а себе доверять не хочет. Он привык всех слушать, и потом у него каша в голове, такой квадрат прям. Нужно ему в себя приходить и только себе доверять, потому что это как раз есть первая причина того, чтобы сильно близко все к сердцу берет, это как-то влияет на то, чтобы... Не может у вас получиться ребенок. Это я. Он вообще два все время хочет в голове. Двойня крутится. Два. Не знаю, почему. Навязчиво. И он думает. И он. Привыкся мне доверять вот так все время. Сидит как-то. Да. Вот так. А у него ногу за ногу. Как-то мне... Все время у него тоже такой жест есть дебильный, как у меня. Ну, он вспыльчив, но быстро отхочил. Ну, вообще, такой прям, знаете, другие бы назвали няшным бы, вот. Поэтому, слушайте, прям не надо тебе накручивать. Гадалок шлем мы нахер, вы поняли, на три буквы. Почему не получится?
За мать не зря привел пример. Не зря привел пример. Из-за того, что сравнив, говоришь, что у тебя такая же ситуация будет, что не с первой попытки все пойдет. Вторая. Но это не значит, что там срыв будет какой-то беременности и так далее. Нет, просто вот оттягивается, и когда вот нежданно негаданно пойдет все. Мама всегда ваша трое хотела детей. У нее мысль была такая, почему-то круг закрытых детей. Не знаю, вот, то, что у нее шло на начальном этапе трое. Прошу тебя помощи, пожалуйста, отворяй грибовости, покажи время. Да. Но она такая по характеру собственница. Ее прошлый показ по характеру собственница. Привыкла, пока сама не проверит, в дерьмо не влезет, никому не поверит. Вот, все нужно на себе испытать. Это ее характер. А вы более такая мягкая, покладистая. Все время привыкли прогибаться. Ну, я так вас вижу. Прошу тебя помочь. Переехать к родителям? Вы обратно переехать хотели? Не знаю, мне просто переехать хотелось, сразу я говорю, не переехать. Потом передумала. Вот я потом думаю, уточним на всякий случай. Потому что мне говорит, что... Да, было. Месяц-два назад, вот буквально недавно это все крутилось в голове у нас. Молодец. Не, не надо, надо... Мужика своего слушаться, не надо. Прошу тебя, помощи, когда со дворя полностью покажи. Угу. Покадалка, меньше ходите с вопросом касаемо детей. Знаете почему? Это на примере. Потому что 2-3 гадалки вам скажут просто ради бабла, что вот у тебя там будет выкидыш, какая-то порча, угу, и так далее. Ты себя накрутишь. И, соответственно, когда будет момент родов, ну, самой беременности, и вы начнете жить теми мыслями, угу, что вот у меня будет выкидыш. И он точно будет только потому, что на нервной почве у вас. Потому что поверили всем, вот вообще советую всем детей и беременность не смотреть. Это мой вам прям совет. Потому что не каждый экстрасенс может ответить за свои слова о том, что вот будет, либо не будет. А ты себя накрутишь, и просто в какой-то момент это все сыграет плохую злую. А вот, вот у нас так, еще недавно случилась такая проблема. Мы как зарабатываем, работаем, и резкий у нас наплыв, исчезание денег. То есть авария была очень много. Что случилось? Прям 3 аварии было. Было у нас в декабре началось все это. 4 месяца назад? То есть у нас просто деньги от нас просто уходят. Стойте, так. Да, сейчас глянь, потому что мне тогда интересно, что 4 месяца назад. Давай, Карл, это когда-нибудь полностью мы хотим писать. Покажи, как это происходит. Если какую-то не хотим, почему сам. Слушайте, за аварии мне не дают смотреть. Такое редко бывает. Мне говорят, что мужика сильно закрывают. В хорошем смысле. То бишь, то, что стоит за ним, его закрывает. Поэтому не дают закончить фатально. Из-за его резкости, говорит, скажи. Из-за резкости. Ну, то бишь, все время его спасают. У него характер такой, что резкий. Это не в плане того, что там может как-то высказаться и так далее. Нет. А вот решил, сделал. Вот так показывает. А его все время оберегают от его дурости. Поэтому к нему и тянутся проблемы. Но это все временно. То бишь, это не такое, что как-то нужно на этим прям себя зацикливать, что почему искать какую-то проблему. Спасибо вам большое. Я за вас голосовала, когда у вас был 23-й сезон. Я даже приложение скачала. Ну, все, спасибо вам большое. Очень рада с вами познакомиться. Все. Поближе. Все, отключаюсь. Да, до свидания. Так, ну у нас такой, знаете, как это, блиц просмотр. Что-то быстро стараюсь, чтобы мы долго не застряли внимание. Попробуем такой формат для эфира. Это если бы лично, прям там можно мусолить, знаете, одно, второе, третье, и доставать шкелеты со шкафа. А здесь у нас все так по-быстрому, знаете, сделали и ушел. Так, Ирина, которая только что была в трансляции. Ирина, обязательно пересмотрите этот эфир, в записи он сохранится. И напишите ниже свой большой комментарий. Прокомментируйте каждый пункт того, что было сказано.
Ну, знаете, когда вы уже сможете проанализировать записанное видео полностью. Так. И, друзья, не забываем сегодня голосовать. Переходим на сайт ТНТ и открываем отдельное голосование «Битва сильнейших». Спасибо огромное, кто там подарки в ТикТоке дарит. Все вы самые классные, запомните. Ну и все люди в целом, которые ведут фан-аккаунты, все, которые делают видео, пишут тысячи комментариев, личные сообщения. Спасибо вам огромное. Брат и сестра умерли, говорят, что порча. Зачем? Вот никогда не понял. Зачем смотреть, вот кто чего умер? От порчи или не от порчи? Что это решит? Вот я понимаю, что вам, конечно, тяжело это пережить, но вопрос, что это решит? Вы же их, ну, не оживите вновь. Что это может решить, что вы узнаете, порчу там, не порчу? Ну, честное слово, давайте с вами попробуем вместе проанализировать эту тему. Ну, что вы сможете решить? Блин, как вас много. Слушайте, мне страшно из-за того, что меня так много смотрят людей одновременно. Меня всегда это напрягает почему-то. Особенно в ТикТоке сейчас. Практически по 2000 у нас человек. Ну, слушайте, будет 2000, расскажу какой-то секрет. Так, напоминаю, я в ТикТоке никого не могу посмотреть, добавить трансляцию, потому что у меня бизнес-аккаунт, а на бизнес-аккаунте невозможно добавлять людей в прямые эфиры ТикТока. Только на простом аккаунте возможно. На простом аккаунте можно, вот. Могу только в инсте добавить в трансляцию, чтобы вас было видно. Ну, будем почаще такое делать. Просто на это нужно настроение и какое-то желание. Оно не всегда бывает, правда. Почему брак длится 5 лет, Анна? Анна, честное слово, я бы на вашем месте не зациклился. Так. Лазавекс, или как? Не успел вас прочитать. 80. Влад, один вопрос хотя бы. Что именно вас волнует? Потому что мне не совсем понятно. Один вопрос. Если у вас какая-то тема есть, без проблем, вас прям добавлю здесь в трансляцию, с вами поговорим. Очень хочу семью, но мужчине торопится, как быть? Мне кажется, вам здесь не экстрасенс нужен, а точно психолог. То бишь, здесь я вам ничем не помогу. Если он не торопится, ну разве что, только приворот на какую-то работу. Но а смысл в этом? Смысла в этом нет. Ирина спрашивает. Я даже не знаю, что у вас спросить. Ирина, честное слово, да и не надо. Зачем, вот, зачем из себя вытягивать, чтобы попасть просто в трансляцию? Мне кажется, действительно нужно, если что-то тебя тревожит. Вот знаете, как шанс такой, как лазейка. Как один из вариантов решения твоей проблемы. Тогда окей. А так зачем? Ну вот если нет у вас проблем, зачем что-то выдумывать? Всегда меня поражает, вы знаете, комментарии. Елена, 29, личная жизнь. Меня всегда такое поражает. Мне как-то это даже улыбает, смешит, потому что, ну, это глупо вот звучит. Вы смотрите, Ира, да? Прикольно, правда, получается? Тут Ирка и Лена у меня сбоку. Ну что, всем здравствуйте. Делимся еще раз трансляцией, моя хорошая. И давайте дальше посмотрим. А можно меня? Ира, ты будешь подставной, тогда все скажут, что ты подставная. Владик, сделай порчу на мужика, пожалуйста. А вдруг он здесь сидит? Он не сидит в Инстаграме, я тебе заплачу. Знаете, лучшая порча, когда мы все одновременно, когда мы все одновременно смотрим на фотографию, вот у нас 1000 человек, да? Смотрим в глаза и начинаем человеку мысленно творить воронку, пробивать его и говорить, будь ты проклят. И все, и сразу, это уже посыл так, такой энергетический. Поэтому или... желайте прямо сейчас мне, так как говорится, чем больше желаете плохого, тем лучше мне, тем лучше преподобному Анатолию. Так и берется подпитка. А если вы пришли с хорошим, ну, с вас и брать нечего, честное слово. Я люблю только поджирать негатив. Больше дерьма, больше негатива вокруг, больше запаха, лучше Толи. Давайте скинемся. Нужно плохо. Так, спасибо, кто смотрел «Битву сильнейших» сегодня. Обязательно завтра повтор посмотрим. Ну что, давайте следующего набираем. Пишите свою ситуацию кратенько и обратно сюда добавляем нашу трансляцию. Людмила пишет, тише, 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 Влад. Теще моей пожелайте, что пожелать, Лида? Чем?
Я включаю. Так. Лиза, 06. Лиза, сколько вам полных лет? Маша пишет, с работой жопа, не знаю, куда податься, с финансами текучка, как быть? Ира, стоит, как думаешь, набирать или не стоит? Или, может, поищем дальше интересно? Так тут сегодня все обычные. У меня сегодня одна девушка была в начале, пекарь или кто она там, не помню. Меня ненавидит свекровь, дарит какие-то странные подарки без повода. Что это может быть? Она так выражает любовь. Она вас любит, радуйтесь. Не каждый, так сказать, невесточке подарки дарит. Блять, моя мать живет далеко. Так, все, не бери. Порчу хочу навести на соседку. Зоя, моя прекрасная Зонька. Ну, это круто, что у вас такая ненависть, Зонька. Приходите на обучение, моя хорошая. Так, нет сил к жизни. Ну, мне кажется, тут у многих так неинтересно будет. Онкологию не смотрю и не лечу. Всем здравствуйте, друзья. Подписываемся и приходим в этот прямой эфир. Самые интересные вопросы. Сейчас сюда попаду трансляцию. Обокрали в самолете, навалились неприятности. И что, мне найти, что это даст? Мне кажется, мы сейчас это не проверим. Нам нужно то, что мы можем прямо сейчас проверить. Что я вот точно говорю в яблочко, так сказать. Стелла. Ну, посмотрим. Стелла, а как вы думаете, вы сделали расклад? Уйдет чреватый или не уйдет? Что карты говорят? Влад, что за игнор? Ну, с таким обращением я вас сейчас забаню просто. Какого хера вы мне так ставите, вот прям палки в колеса? Я не понимаю. Я даже не знаю, о чем вы писали, а вы говорите, какого черта их нужно. Это странно на самом-то деле. Ирина. Ирина, что такое? Я тебя не игнорирую. Я писала, мне нужна ваша помощь, Владислав. Что обратить внимание? Вы напишите, на что обратить внимание, я не понимаю. Друзья, я сейчас просто читаю пустые комментарии. Давайте по теме, чтобы быстрее было. Другие не хотят, понять, просто так сидеть, смотреть. Иначе продолжим просто общение, пока вы там надумаете. Так. Стоит ли входить в бизнес выше? В какой? Слушай, Ира, я просто боюсь, что сейчас много здесь разговора идет ни о чем, уже 5 минут, и люди начинают уходить только потому, что не хотят ждать. Я их понимаю, поэтому... Ну а как догадаться нельзя, что у меня две соцсети сейчас работают, кучу комментариев, тысячи. Да, надо дублировать. Они в первую очередь пришли на тебя посмотреть картину. Скажи им еще раз, ты дублируешь ситуацию. Мне надо съесть конфету. Нет. У нас сейчас начну на них орать. Начну на них орать. Нужно съесть антидепрессант. Кстати, ты нашел, что тебе найти? Ира, да, найди.
Слушайте, ну какие-то глупые вопросы пишут. Честно, даже не хочется комментировать. Слушай, ну вот, не могу забыть парня. Тянет просто невозможно. А кто обесценит? Я просто говорю, что это не тема для эфира. Это никому не интересно, что вы его можете, не можете забыть. Я бы, если не мог забыть, я бы пошел бы налево. Нужно всегда идти налево для развлечения. А? Но это если ты не можешь забыть, нужно как-то себя отвлекать. Правда? Мне кажется, что именно так нужно действовать. Нужно сосредоточиться на себе первым. Правильно, на себе. Потому что ты будешь отвлекаться, тебе будет еще хуже. На том, что ты красивая, что ты там самая лучшая. Саморазвитие удастся. Саморазвитие. Плюс идти налево для повышения самооценки. Ну или так. Так, белка 3 девятки. Напишите кратенько, какие именно вопросы, примерно, о чем хотите поговорить. Все время полная жопа, ничего нигде не клеится, все, что задумал, все наоборот получается. С финансами проблема вечная, попытки открыть бизнес ни к чему не приводят. Ой, слушайте, ну интересно. Мама, ага, Марина Россихина. Правильно, надеюсь, прочитал. В эфир вас. Давайте, мои хорошие, бегом чайник. Все поставили, давайте. Чайник, налью себе кипяточек вам. И будем здесь. Так, вот Марина к нам присоединилась. Да. Алло. Марина, плохо слышно. Слушайте. Влад, слышите? Так, поставьте где-то телефон, потому что... Сейчас я переверну камеру. Да, здравствуйте. Да-да. А вы хоть будете видеть? Ага. Сейчас, так, секунду. Один. Там сверху где-то попадает. Да, открывайся. Секунду, тут Лёва на питание. Так. Ну, Марина, смотри, расскажи кратенько, что смотрим. Бы, например, многих лет уже в жизни ничего не ладится. То есть были попытки открыть свой бизнес, не ладится. То есть все, что задумывается, все получается наоборот. Все, смотрим. Да. За бизнес, он мне говорит, да. Вообще с осени прям руки опустились. Не знаешь, как дальше действовать. Потому что все время вас подталкивают, а вы не решаетесь. Не боитесь принять решение, ошибиться в очередной раз. А уже 8 попыток, говорит, было. Если все сейчас будете вспоминать, начитайте, думаю, тоже 8. Потому что мне говорит, что 8 попыток было. 19-й год, скажи, говорит, просрала все. Ну, потеряла все, простым языком. Что как перелом момент идет. Прошу тебя помощь,
чуть в долги большие не влезли, mm-hmm. потому что, ну, как на грани стояли, на распутье. Прошу тебя помощи, мне надо как-то А вообще, говорит, такое уже происходит последние 10 лет. Неопределенность во всем. Да. Куда ни коснешь, все перекрывается. Пример... Это не только касаемо. Да, пример. А в целом касаемо личности происходит. Потому что, говорит, последние 7 лет с личной жизнью тоже идут непонятки. Все время как на грани в голове и не хочется, а вот все уже как будто на грани становится. Вот-вот закончится. Прошу тебя помощи, когда я начинаю говорить, как полностью творю, когда вам вместе посмотрим, что у меня происходит. Скажи, кто то делал, я ничего не делал, прошу тебя помощи, когда я начинаю говорить, как полностью творю, когда вам вместе посмотрим, что у меня происходит. А вот ваши, я вас потом заскриню в конце, и завтра на клавиши буду, поставлю чистку параллельно. Просто так ничего мне не надо. Просто поставлю, потому что тут какая-то хуйня есть. Начинаю, говорю, полностью творю, говорю, давай вместе. Начинаю, говорю, ты полностью творю, говорю, не меняться. Все время даже дома не хочется быть. Это такое уже тоже лет 7 идет 8, потому что все время как будто не хочется домой даже приходить. Это мне не просто так. Не хочу при них говорить, но суть в том, что завтра на копчике с вами поработаем. Сейчас посмотрим дальше. Что у нас еще? Прошу тебя, помните, у нас полностью давай посмотрим, что у меня происходит. И уже 5 раз должны были места жительства поменять. Все никак не решалось. Как будто тоже могло быть. Возвращалось. Что-то тянули. Так а почему? Надо было прям решиться. Это было бы оправдано. Сначала было бы другой момент. Прошу тебя помощи, пока сотворяю, говорю, покажи, говорю, заработаю, покажи, что происходит с работой, что происходит с семьей. И все время сзади вас покойники трое стоят, поддерживают вас. Все время только трое сродни, больше никого не вижу. То, что мне идет. Один мужчина, около 50-56 лет. То, что все время крутится в моих мыслях. Прошу тебя, тот 2007 года. 2006. Умерший тоже идет, как же. Но у меня, смотрите, у меня еще параллельно 2007 еще женщина идет, то бишь. Мне еще женщина сзади. Ну, то, что мне показывают, что вы имели в виду. Это тоже обдумайте и напишите здесь ниже. Сопало, не сопало. Под... Тут многие сейчас писали параллельно, что у вас там подселение какое-то. Нет никого у вас. Поэтому не накручивайте. Просто из дерьмо, чтобы кто-то что-то сотворил. Это завтра скини. Там есть на кого скидывать. То бишь, я такой прям страшный ничего не вижу. Просто можно дальше что-то размусоливать, рассказывать в деталях, но мне кажется, это будет не очень. Если нужно, буду продолжать. А можете, можно вопрос еще? В 2007 году ну, у меня была беременность, и идеальная беременность, как все врачи считали, внезапно. Должно было быть, не говори, что... Что две на тот момент должно было быть беременности? Одна как сорвалась, а вторая, да, ну вот тоже. Да, да, у меня полгода я с сыном полгода забеременела. Ну вот я хотела узнать, то, что как бы я была на тот момент, там ходила к бабушке, она сказала, ну то есть я прерывала беременность на сроке 27 недель. Хотя до этого, то есть никаких там патологий у ребенка ничего не находили. И меня прям врачи заставили, прям вот, ну держали за руку, заставили подписать, ну, согласие на прерывание. Вот меня вот, ну, как бы, все эти годы волнует вопрос этот, то есть правильно я сделала или нет. Вот слушайте, сейчас попробуйте вспомнить, потому что вы только начали за это все говорить, а мне говорит, скажи так, что через 2 года после того была на грани жизни и смерти, должна была умереть. То бишь, вот так вас ставят, что тоже как вас спасли образно, к защите, что ли, за вами стоит. Ну, вот на тот момент так показывают. Прошу тебя помощи. Как будто вот-вот и могло что-то с вами произойти. Это касаемо здоровья. Прошу тебя помощи. Сотворяю, говорю, полностью покажи. То, что поступило. Правильно, правильно поступило. Прошу тебя помощи.
Слушайте, а касаемо беременности, тут на вас давили больше, тут не вами принято решение. Поэтому больше давят на мозге, капают, из-за этого все так и пошло. То есть здесь даже непонятно, кого винить. Как бы и вас выгораживать тоже не буду, но больше то, что мне идет, как навязчивая идея со стороны. Мне вообще говорит, что знаки были вам изначально тогда, что беременеть нельзя было в тот момент. Год-два нужно было потерпеть, нельзя было тогда беременеть. Поэтому это то, что... Это тоже попробуйте вспомнить. Как раз, говорит, тогда переезд был занят. То бишь не тот был момент, чтобы что-то творить в плане беременности. Прошу тебя, помощь, как нас сотворяют. И в плане личной жизни. Как будто первые 3 года решалось, будете жить или не будете. Тоже все на грани ставилось неоднократно. Поэтому вот эта беременность не должна была произойти в тот момент. Считайте, один момент это как, да, образно там, кармическое что-то. А второй момент это то, что вас накрутили, надоумили на это. Вот и все. Понятно. А здесь уже выбирайте сами себе какое-то оправдание. Поэтому такое, прошу тебя. Смеется мне внутри. Говорит, скажи так, что у вас изначально 2 жизни вам дали. То бишь, первые ваши годы жизни. Да, и все говорили, что врачи маме, ну, чтобы отказался от меня, потому что говорили, что умру. Говорю, что должна это ценить, что вас на тот момент уже свыше что-то оберегало. Поэтому уже вы как бы отчасти там что-то избран, да, можно сказать так. Не надо себя. С фотом. Мне свою сбросьте сюда в личку, либо давайте заскриню, и завтра с вами поработаю, и к ночи отпишитесь ощущения. И я обязательно... Здесь же под видео все написано. На... Спасибо вам. Да. Прос... Прослушайте вот это все и напишите, что сопало. Да, но нет, я не буду задерживать, я думаю, там много еще желающих. Вам желаю удачи и победы. Ну, надеюсь, что вы вернетесь в битву. Все. Все, спасибо вам огромное. Тогда до завтра с вами. До свидания. Отключайтесь. Слушайте, мне кажется, просто долго не нужно говорить. Наверное, вот раньше у меня была привычка рассказывать все долго-долго, и я понял, что это многие не понимают, а мне кажется, что нужно с полной отдачей на все 100 работать. А сейчас хватит вот так вот. Ты сказал четко по факту, какие, что проблемы указал, и хватит. Зачем долго что-то разговаривать? Зато вот он как раз первый раз для вас, подписчики, показывает, что можно даже дома за чашкой чая. Тут, правда, для Толика у меня стоит коньячок, но я его не пил. Вот чуть-чуть налить для того, чтобы затылок себе покрапить. Я думаю, многие сейчас в ТикТоке видели. Вот так это делается. Хоп. Так немножечко там помазал. И все, помазанье. Не скажу зачем. Поэтому не обязательно что-то там. Так. Анастасия. Так, душа, душа, душа. Слушайте, ну давайте последний раз скажу, тут много новых добавилось. Не переживайте, переходим на сайт ТНТ и голосуем в разделе «Битва сильнейших», голосуем за меня, за Череватого. Сегодня был выпуск, посмотрите в повторе обязательно его. Присылайте свои видео, эдиты разные, все буду смотреть.
И не забывайте подписываться на мой телеграм-аккаунт. Я там сегодня практически полдня кружочками отвечаю. Там более такая тесная у нас с вами вечеринка. Кто-то пишет, откуда ты это все знаешь? Слушайте, Ксения, вы можете перейти в прямой эфир. Если вы тут хотите мне сказать, что ты можешь как-то перейти на страницу, что-то изучить, Ксения, наперед вам скажу, что во время трансляции ни до кого на страницу я никак не перейду. А больше вам могу сказать, делать мне нехуй, потому что мне впадло что-то до кого-то переходить и не хочется. Интересно, вот так сидишь спокойно, так, блядь, смотришь, и все. Вот это как в такси едешь, там такси что-то спрашивает, ой, блядь, я тебя узнал. И ты ему начинаешь рассказывать прямо в такси. А в конце хочется ему сказать, дядя, это теперь ты мне должен денег, а не я тебе. У меня такая была ситуация несколько раз. Я вот сейчас думаю, знаете, сегодня хожу по кладбищу, значит. А у меня мысль такая, наставница моя говорит, что ты на Пасху не появляйся. Я говорю, да, говорю, каждой могилке будут приглашать. Каждой могилке будут звать, знаете, чреботы, приди. Сегодня, значит, захожу в кладбище свое любимое. В зеленой кофте, как со съемок. Ну, вы еще не видели, конечно. Ну, короче, со съемок кофта у меня. И думаю, мне нужно просто было на встречу, как раз параллельно у меня прием был на кладбище. Все два в одном. Захожу, и девка такая, маме своей, это чреботы. Я, блядь, думаю, ёб твою мать. И женщина, которая со мной была, говорю, рассказывает, вы знаете, вчера меня, блядь, чуть полиция не забрала. Они подумали, что я закладки тут оставляю на кладбище где-то рядом. Потому что я был одет в двух толстовках, одна закатанная была, мои любимые, блядь, ботиночки дырявые. Такая заклеенная там дырочка. Ну, короче, мои любимые, они, блядь, самые удобные. Похуй. Закатанные мои любимые штанишки и похуй, наоборот, мне так нравится. Знаете, так по-домашнему пошел. Тут земля, блядь, под ногтями, грязь. Эй, думаю, по-домашнему все. И знаете, что они подумали на остановке, что я какие-то закладки оставляю. А давай меня проверять, а у меня в кармане тут бутылка коньяка, похожа на вот этот. Он говорит, о, это можно. А в сумке у меня пачка фотографий. Молитословие. Он его берет в руки, типа, потрясти там что-то. Думаю, что там наркотики какие-то. А я ему говорю, не-не, говорю, не надо, не надо. Он говорит, а что? Говорю, лучше не надо, лучше, говорю, не надо. Он так копу выкинул. Думаю, боже, сбав, господи, прости, помилуй. Так что вот это, вы знаете, это правда, это сейчас не пизжу. Блядь, клянусь, руки к экрану могу приложить, клянусь. Поэтому, да. Болею, врачи не могут найти причину. Друзья, вот слушайте, мои вы хорошие, вы вот все пишете о болезнях. Я не работаю с болезнями. Я вообще не понимаю нетрадиционные методы лечения. Да, вот можно перекинуть какую-то болезнь. Если я работаю с клиентом, например, ну вот выпадает такое, что с кем-то нарабатываю на кладбище наживо, здесь, сейчас. Я понимаю, что сейчас мы там делаем переклад на какое-то серебро, которое ставим у ворот, и кто-то себе домой заберет, блядь, на подарок своей любимой девушке подарит. И вот, значит, я сразу клиенту так говорю, что, слушай, сбрасывай туда, блядь, все проблемы. Негатив, нахуй, здоровье, вот все, что тебя тревожит, похуй, людям сойдет. Сбрасывай туда все, и на каждый узел мы это связываем, скидываем, кровью закрепляем и так далее, и так далее. Кладем с бирочкой в упаковочку и вставляем в ворот. Это всегда забирают, люди дарят, люди любят. Люди любят украшения от чреватого. Ну, потому что они бесплатно лежат у прохода в кладбище. Поэтому забираются вот так. И, значит, вот там, да, можно скинуть какую-то болезнь. Но все равно я никогда не говорю, что я что-то там лечу и так далее. Никогда никому ничего не лечу. Все пиздуем к докторам. Знаете, сейчас очень много классных специалистов, докторов, косметологов, я не знаю, врачей, психиатров, психологов. Все к ним. У каждого свой профиль работы. Просто да, где-то в какой-то работе там можно параллельно что-то сделать. Но все равно пиздуем к врачам. То, на что учился, знаете, поэтому вот не надо, не доверяйте себя и свое здоровье экстрасенсам. Свое здоровье, блядь, не теряйте время, пиздуйте к докторам, платите им деньги, взятки, будут вас смотреть вдоль и поперек. И когда мне кто-то говорит, вот, меня плохой врач смотрел, слушайте, у моей матери были проблемы с рукой на протяжении 2 лет. Серьезные проблемы с рукой и спиной. Без всякого преувеличения. Я ее возил последний год, моя супруга не даст соврать, больше, чем, наверное, мы 10 врачей прошли. Всем давал взятки. Они хоть и государственные врачи, всем давал, блядь, взятки. Заходил вместе с ней. Один ей, блядь, какую-то хуйню наколет. Другой что-то там припишет, блокаду и так далее. Неправильно ставит диагноз. Куча МРТ, всего-всего.
Ни разу я ничего не сбрасывал. Ни разу с ним на кладбище не работал. Ни разу. И не считаю это нужным. То бишь, куча врачей пошли. И недавно только нашли нормального врача, который ей правильно поставил диагноз. Поэтому ходите, ищите своего врача, не опускайте руки. Не нужно ждать какого-то решения от магии, что, блядь, кто-то вам поможет там вылечить вашу болячку. Когда вы пишете, вот вчера, на днях, может быть, не знаю, пишет женщина мне в личное сообщение: у моей дочери рак, третья стадия, рак шейки матки, я думаю, вы, может быть, здесь. Помоги, вся надежда, любые деньги, блядь, готовы отдать. Товарищи, ну это же пиздец. Это же, ну просто пиздец. Вот, блядь, я когда читаю эти сообщения, мне реально, кроме слова пиздец, ничего в моем лексиконе больше не происходит. Поэтому вот сегодня очень много из вас в чате пишет: у меня там онко, у отца онко, у матери онко. А я чем помогу? Ёб твою мать. Я всего лишь чреватый, поэтому я вот ничем не могу помочь в вашей там болезни. Поэтому, вы знаете, я иногда даже горжусь, что ко мне на прием приходят врачи. Вот моя супруга не даст соврать. Очень часто ко мне, кстати, приходят врачи, притом разные, абсолютно разные. С проблемами, как обычными, житейскими, жизненными мыслями, там, разговариваем о здоровье, что-то с каким-то знакомством появляется, кто-то что-то советует, куда кому обратиться. Но это еще раз подтверждает то, что я не лечу болезни. И даже если я где-то, предположим, могу что-то с помощью этой своей силы там сделать. И каждый человек, кто колдует, может что-то сделать. Но нельзя себя называть целителем, лекарем и лезть в болезни нетрадиционными методами лечения. Сейчас, блядь, такая у нас прекрасная аптека под каждым домом. Там же куча лекарств на любой ваш кошелек. Пиздуйте и тратьте деньги туда. К сожалению, так. Дальше. Вот меня еще поражает такой момент. Будущее. Что нас ждет в будущем? Да нихуя вас не ждет в будущем. Потому что вы вот когда задаете вопрос, что меня ждет в будущем? Это бы значит, что вы, блядь, лодыри. Вот честное слово. Потому что когда вы задаете вопрос, что меня ждет в будущем, вы автоматом не готовы ни черта предпринимать. Вот честное слово. Вам, блядь, надо какую-то гадалку, чтобы вам по ушам поездила, какую-то хуйню рассказала. И все. И узнавайте будущее. Наденька, он до сих пор не заебалась. Пишет один и тот же вопрос. Что меня ждет 5 числа? Наденька, палец не болит? Мне кажется, вы там или перебрали, но честно, уже просто читаю и тошно. И блокировать не хочется. Думаешь, обидишь человека, лучше не блокировать. Так. Вот и поговорили с вами. Крестик с тряпочкой упал. К чему это? Боже. Вот у меня ключи от машины часто выпадают с кармана. К чему это? Вот честно. Ну, упал крестик. И что? А почернел? А кислился, блядь. Сразу, если крестик почернел, это порча, блядь. Товарищ. Ёб твою мать. Не 18 век на дворе. Вы чё? Запор, значит, блядь, порча на запор, понимаете? Вот это вот тоже. А самый пиздец, вот вы пишете, бред. Типа, зачем ты это комментируешь? Ну так человек действительно всерьез задает вопрос. Упал крестик, что это? Вот сегодня, значит, смешное, конечно, там... Днем интересное решение было. Ира по видеосвязи говорит: Лёва в двух углах. Ну, вы поняли, это Лёва, это мой сын. В двух углах там пометил. А я говорю, точно. Лена, говорю, к деньгам, блядь. Говорю, если вот именно сейчас он это сделал, это точно к деньгам. Нельзя убирать 3 дня, чтоб прилипло.
чтобы, знаете, денежка, блядь, прилипла к полу. Ёпта, вот это придумал на ходу. Так. Булавку нашли под линолеумом. Прекрасно, оставьте ее там. Она держит линолеум к полу. Так, ну вы поняли, да? Пересмотрите обязательно эфир сегодняшних людей. Мне кажется, многим понравится. Всегда найдутся те, кто будет осуждать, будет писать, что это все хуйня. Ну, и пух, надо хоть раз вам сказать, конечно, вы правы, блядь. Вот, всегда надо вам подлезать чуть-чуть. А в принципе, вам так нравится. Поэтому всем остальным, всем нормальным, адекватным. Вас сегодня на удивление много. Я, честно говоря, в ахуе. Вы знаете, я редко в ахуе. Я даже закончу первый раз нормальный эфир. Не просто выключу. Я даже до свидания скажу. Поэтому спасибо вам всем огромное. Переходим в свой телеграм-аккаунт. Сегодня будем до глубокой ночи с вами там общаться периодически. Об интимном, так сказать. Чреватый фан. Всех вас жду там. И, в принципе, еще раз всем огромнейшее спасибо. Будем стараться как можно чаще эфир вести. По возможности. Ну, давайте напоследок конфетку сожрем. У меня много конфеток, я бы вас угостил. Я вот не жадный, поверьте. Вот вы думаете, что я жадоба какая-то, блядь, да? Нихуя, вы ошибаетесь. Я вообще очень не жадный человек. Я всегда и подарю, и угощу вообще. И нормальным, не поделанным. Многие боятся жрать с моих рук. А вот зря вы боитесь. Я, знаете, я вот хоть чернухой занимаюсь вот этой всей хуйней, но такая тонкая, блядь, ранимая душа, ебаный в рот. Пизда. Сейчас Лена пизды даст. Красота. Надеемся, значит, придется новый костюм покупать, потому что, блядь, пудза нахуй, маму никуда не лезет. Так что... Всем спасибо. Не знаю, что вам еще говорить. Сойдет. Передаю эстафету Шепсам, ну и всем остальным, кто со мной участвует. Принимайте людей точно так же в прямых эфирах. Мне кажется, это круто. Мне кажется, это круто. Гляньте, как они благодарны. Поэтому действительно это круто, когда ты можешь человеку вот так помочь не только на приеме за баблишко, а еще вот так прямо в эфире. Чтоб тебя все либо осудили, либо попиздили на тебя. Это что, прикольно? Прикольно. Вот я думаю, хочу в метро. Блядь, у меня такая навязчивая идея. Хочу, блядь, прям с поезда. Ёбаный в рот, с поезда хочу. Чтобы до поезда подходишь, и там первая жертва, кто выходит, скажет, слушайте, давайте я вас расскажу. Давайте вас посмотрю. Сделаем. Поеду на ЖД вокзал. Правду вам говорю. Сделаем. Как цыганка, наверное, блядь, буду, да? Напишите, буду как цыганка или нет? Наверное, точно как цыганка. Блядь, дайте вам последний расскажу. Я забыл. Идем с Леной. 3 дня назад. 3 или 4 дня назад. С кладбища. Последнее, я ухожу, честное слово, ухожу. У меня есть такое ощущение, как я как с мамой со своей разговариваю, знаете. Я с ней так тоже так что-то вспоминаю там и что-то начинаю вспомнить. Ну, короче, все время мне чревато. И, значит... Идем с кладбища, там цыгане, блядь, приехали. Реально. Вот я вам, блядь, говорю, вот клянусь. Цыганка. Раз, и 3 нехороших цыгана вот там на лавочке, блядь, сидят. Значит, идем, Алена говорит, сейчас, блядь, будет до нас подходить. Она стоит такая, у нее фонарик в руке, цок-цок, блядь, цок-цок-цок-цок, блядь. Подходит такая грязная вся тварь старая. Значит, подходит такая, и типа, ой, вижу у вас проблемы, там что-то, блядь, вот это, знаете, бормотать хуйню какую-то. А я с кладбища в экстазе, ну, блядь, полным, чреватый в экстазе. И это говорю, пошла нахуй. Простите. Не хотел так грубо, я забылся. Я забылся, что меня много людей слушает. Говорю, иди к дьяволу. Вот. И значит, рассказываю, иди типа к дьяволу. Но
типа не поняла, что ты расскажешь, что у нас в семье там проблемы, что мы хотим ребенка, у нас не получается, я говорю, блядь, нам и одного хватит. Ладно, не хочу дальше рассказать, тут мата много. Потому что все, надо уходить, начну лишь пиздеть. Конфеты надо рот, блядь, закрыть, а не пиздеть. Ты так хоть чем-то, блядь, рот закрыл. Короче, всем спасибо, всем пока. Мне кажется, этот эфир, тут если, блядь, порезать на видео, можно оборжаться полностью. Все, всем спасибо, всем до свидания. Больше боюсь дальше что-то говорить. Сейчас что-то начну рассказывать, опозорюсь. Нет, люблю какой-то пиздануть, а потом в скандал влезть. Чреватый скандал, это, блядь, одно целое. Один Владислав, блядь, в стороне всегда. Чё, ещё, блядь, конфета выпадет. Ой, блядь, все, ухожу. Все, пока.